Дорогие друзья, с вами снова я, хозяйка медвежьего угла Елена Горчакова. И вот что я хочу вам рассказать. Меня тема картины «Васильковый мед», она меня просто вот захватила. Тот этюдик, который я вам показывала в прошлом видео про живопись, про свою, он меня, ну, честно говоря, я бы сказала, это не было то, что я мечтала написать. А замысел был такой, то есть хотела почувствовать себя как бы... Нет, я хотела, чтобы эта картина передавала ощущение пчелы, собирающей нектар с василька, чтобы сделать вот этот самый васильковый мед. И вот что у меня в результате получилось. Так вот показываю, конечно, фотографии сделала, сейчас покажу вам поближе. Вот. Обратите внимание, как бы здесь у меня... Сами объекты, что ли, природные, да, и цветок, и пчела, они значительно крупнее, чем в жизни. Картина имеет размер 35 на 35 сантиметров. Это вот, она выполнена акриловыми красками на ДСП. Значит, но тут интересно, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что мне удалось в какой-то мере, увеличивая все это, увеличивая вот эти вот объекты, мне удалось посмотреть на цветок в чем-то даже глазами пчелы. То есть вот она вся такая живая и двигается, потому что нужно было скорость передать, понимаете? То есть как бы пчела это в данном случае тот, кто очень быстро двигается. А цветок статичный, ленивый и... больше всего напоминает какой-то фантастический синий лес. Когда я в моей юности, были популярные фантастические романы про другие планеты, где вот описывались такие леса или такие гигантские цветы, которые были, ну что за такое, какие-то такие ассоциации. Вот. И в целом ощущение, вот этот вот сам вкус василькового меда, у меня как бы такая ассоциация действительно связана для меня с этой картиной. Вот, и что я решила в отношении вот этой картины? Я решила сделать так. Я решила, что я ее выставлю на продажу в таежном магазинчике, но продавать я ее буду не просто так. К ней в подарок покупателю пойдет банка василькового меда. Но нельзя купить картину «Васильковый мед» только для того, чтобы получить произведение искусства само, да, к нему обязательно должен прилагаться вот этот вот вкус. Вот этот неповторимый вкус василькового меда, какая-то даже маленькая немножко острота какая-то в нем есть, какой-то изыск такой. И его совершенно уникальный какой-то ореховый, что ли, аромат василькового меда. В общем, вот я хочу, чтобы с этой картиной обязательно шла банка василькового меда. Вот так и будет. То есть литровая банка василькового меда, вернее, килограммовая банка василькового меда, она идет в подарок покупателю этой картины. Вот. Сама картина отправляется продаваться в таежный магазинчик, ну а пока будет украшать мой дом до того, как найдется ее хозяин. Ну, всего доброго. До очень скорых встреч.